Специальный приз за лучшую балетмейстерскую работу присуждается Елене Чу, руководителю коллектива эстрадного танца «Джем». Дом культуры поселка городского типа «Шахтерск». Муниципальное образование Публикорский муниципальный район. Постановка «Я любила сокола». Мы сегодня с вами ее видели. Дипломом второй степени также награждается студия танца «Импульс», руководитель Екатерина Рящикова, районный дом культуры город Углегорск. Дипломом лауреата третьей степени награждается коллектив